Вот мы у осликов. Маленький такой вес. У них даже ванна есть. Поёт. Ослики. У нас были последние где-то 3 месяца дожди. Мира кормит ослика и А. Вот эти бедные ослики, они все просто плывут. Все такие грязные и мокрые. А вон маленький. А мы как будто так же. И так будем кормить. А кормить-то нам нечем, Никуш. У нас нету ничего. Здесь у нас уже барашки. Молодец. Не боя причем. Смотрите. Это у нас такой мини-зоопарк в горах. Но в Анталии он большой. Здесь у нас он очень маленький, и половины животных здесь просто сегодня нету. Мы сюда не ездили где-то, наверное, год. Видимо, из-за погоды. Мир, не упади, потому что здесь скользко. А здесь павлинчики. Красавчики. Смотрите, там, наверное, это царь какой-то павлинский. Сидит такой шикарный. Говорят, что павлины весной открывают свои хвосты. А там, по-моему, волк нас зовет. Смотрите, если вам будет видно. Надеюсь, вам видно, какой он красивый. Он такой большой, ребят, вам не передать. Просто красота. А вон, посмотрите, какой там большой этот баранчик. Видите? Ребята, они там. Ребята, посмотрите просто. А вот у нас, как это сказать, карликовые козочки. Ну дай, подними там что-то. Боюсь. Бери, не бойся. Кинь. Мира у нас боится. Они плохие. Они, почему же они? А здесь у этих самых, у козочек, душевые кабины. Ну что, ребят, пойдем дальше. А теперь мы идем к волкам. Мира, ты боишься волков? Не боюсь. А когда-то, когда Мира была совсем маленькая, мы ездили в Анталию в большой зоопарк. И там был медведь, и она так плакала и кричала: ну где же Маша, Маша? Я обещала, где же Маша? Палку, да, ребята. Да, ребята, и у нее обезьяна там схватила палку. Видите, как красиво. И я заорала. Так что приезжайте, ребята. К так, нам что в Сиде? К нам в Сиде. Ранее. Что тут еще? Что-то непонятное. Сена, что-то такое написано. А мы пришли теперь к волкам. Представляете? А где они? Убежал. Он там. Да. Давайте сходим. Мира такая смелая. Так, Ника где-то у нас возле павлинов. Мавлинов. Волчок, вон он, я его уже вижу. Вон, наверное, вон он, вы видите? Ой. Упала? Да. Ого, ребята, смотрите, какая здесь вода, вот здесь тоже. Здесь вода, здесь обезьянки, по-моему, если я помню. Ну, здесь... Да, там обезьянки.